Анонс и точная дата выхода 8 серии турецкого сериала «Если мужчина влюблен». 8 серия сериала выйдет в эфир 17 февраля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Кенан должен был поехать вместе с Ильдой посмотреть на место, где будет проходить показ. Но он сказал, что у него есть очень важные дела, которые не требуют отлагательства. Тогда Ильда взяла с собой Зейнеп. Когда они оказались на месте и Зейнеп выбрала подходящий момент, то хотела сказать Ильде кое-что очень важное. Но неожиданно появился Кенан и очень удивился, когда в помещении увидел Зейнеп. Ильда сказала Зейнеп, что она ей здесь больше не нужна и может отправиться домой. Октай намерен побороться за право опеки над детьми, но ему сообщили о том, что необходимо предоставить существенные доказательства по поводу того, что Кенан наносит вред детям. Когда Октай стал свидетелем очередной встречи Кенана и Зейнеп, то набросился на него. Он предупредил Кенана, чтобы тот больше не смог приближаться к его жене и детям. Кенан дал сдачи Октаю, и Зейнеп сказал, что им не стоит больше видеться. Но спустя время Зейнеп пришла к Кенану домой и сообщила о том, что Октай написал заявление по поводу произошедшей драки. Она будет рядом с Кенаном и находится на его стороне. Кенан до этих пор не мог полюбить ни одну женщину, но теперь он не в силах сопротивляться своим чувствам. Напомним, 8 серия сериала выйдет в эфир 17 февраля. Если вам нравится сериал, не ждите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.